халява, значит, говоришь? Да. А эта халява хоть кого-нибудь убить сможет? Кэп, это хороший вопрос. И на него мы сейчас будем искать ответ. Да, приветствую вас, леди и джентльмены, другие подруги. С вами Мартин Капитан, очевидность, отличная музыка. Нагибчик пошел. Печенек, который теперь дают за 10-ю лигу РМ, халява подъехала. И отличненький анекдот. Анекдот такой. Так, сука, давай. Давай. Нет, а там они. Анекдот такой. Яша, ну убей эту муху. Ой, Санечка, я тебя умоляю, да сколько там муха съест того торта? Ха-ха-ха, да. Та-та-та-та. Я Нагиба сегодня дам. Вот так вот. Зажал так зажал. От души. Толку, правда, от этого никакого. Ну, Кэп, чё ты прям так жесток ко мне? Что значит толку нет? Я их отпугиваю. Кстати, есть шанс, что они сейчас придут, и я даже... Во-во-во-во-во! Давай! Ну, пожалуйста, сука! Эх, а ты говоришь, толку нет. Очень даже нагиб, дружище. Очень даже нагиб. Да по-любому где-то там. Есть! Да ладно, всё-таки сработало. Сработало. Кэп, вот она сила. Как думаешь, а удастся повторять такое на первой лиге? Не, на первой не удастся. Друзья, многие так прямо воспряли духом. Вау, какой подгон. Разрабы изменили там свое отношение. Друзья, ну будем честны. Ну вот за пределами где-то там. Вот как раз 10-я лига это максимум, наверное, где с этим пулеметом можно будет играть. Потому что где-то уже лиги на 5-й, где люди начинают хорошо так зумить, по головкам ходить своим автоматическим оружием. Этот пулемет он будет от Сосанто делать. Полнейшее причем. Для этого есть... Хедшот, детка, и у ассолд есть, да! С почином, рачина! Благодарю, Нарина. О, медик шарит, рядом сидит, красав... Да, ну, блин. Вот так вот. Так, медицина. О, нет! Отлично, медицина, надо резать. Шарик, медик молодец у нас. Прямо такой, ответственный медик. Понимает, что надо ему делать. Так, я прикрою, ребятки, молодцы. Все, нас уже четверо, это нагиб. Ага, давай. Ой, вообще молодцы, пацаны. Душевно, да. Ебутенький, ну давай будем честны. Пока что тебе очень везет. И ты не сталкиваешься с противником лоб в лоб. Ну, Кэп, да вообще с таким оружием так и надо играть. Какие нафиг лоб в лоб? Смотрите, на чем я остановился. Да, два минуса, которые не позволят играть с этим пулеметом против действительно хороших игроков. Но если даже у вас получится, то это просто везение, и не более того. Первое, это долгий зум. Видите, какой зум, да? То есть, зум хедшот, но... Но, сука, очень долг... Зум говно. В очко прямо залетаю только так. Зум говно это первое. Второе. У этого пулемета сильный разброс. Даже в прицеле. То есть ты целишься, ты стреляешь, но не факт, если ты целишься в голову, что твои пули туда залетят. Вообще не факт. Вот просто не факт. Поэтому, ну, понимаете, оружие ненадежное. Вот это самый большой недостаток. Если вы хотите играть на высоких лигах РМ, а если вы хотите брать первую лигу, вам подойдет даже, ну, не обязательно донат, ну, скажем, какой-нибудь VHS-2 там. Вот что-то такое может быть. Но вот этот пулемет точно нет. Ну, зум долгий, разброс сильный. Это оружие автоматом уже не канает для того, чтобы играть против крутых игроков в ПВП. Вообще никак не канает. Давай, братуха, борись, сука, молодец. Да минус 2 делает Стив, да просто монстр, ты смотри, это не человек, это легенда Рэма. Я думаю, они пойдут. Ха-ха-ха-ха, да, так оно и бывает. Пулемет, тем не менее, в наших руках все-таки нагибает, да. Вон он, давай, нет, показалось, мне показалось, что он за машиной прячется. Во, нет, вот он оказывается, да, голубчик сидит там. Ну высунься ты, ну будь добр. Парняга, наверное, из Counter-Strike, девайс сейвит, да. Смотри-ка, убил одного нашего, молодец. Ну, я думаю, вряд ли он чего-то большего достигнет. Короче, все, он решил сидеть до конца. Врагу да? Удалось взорвать объекты. Все понятно. Ебукенти, да не ходят они здесь. Кэп, что ж не ходят, еще как будут ходить, поверь мне, пару раз. Во, видишь, не получилось на один, на два пойдут. Вот так вот, моя сладенькая. Ракутагин ждет. Вот эта позиция, на которой я нахожусь, она на РМе хорошо работает. Ну, на РМе точно хорошо работает. Прям великолепно. Так что штурмовикам рекомендую. Можно и снайпером, кстати. Снайпером даже получше. Ну, в принципе, штурмом тоже хорошо. Если хорошо стреляешь, да в головку можешь попадать. Ну,
Просто великолепно. Почему бы и нет? Дымлю. Рез эти пацаны. Красава, Стив вообще шарит. Наш человек. Наверное, он боец армии Нагиба. А голубчик где-то здесь бежит? Или нет? Или мне показалось? Что-то не пойму. По-моему, где-то здесь он был. А, все, его нагнули. Давай попробуем. Это было глупо. Это тест был, Кэп. Вот вы сами видите. Прицел на противнике. Подъезжаешь. Сосешь. А не, погоди. Ага, да. Вот он, любитель бегать за вагонами. Хитрый парень, но, блин, он палится. Это самый большой недостаток. Он палится. Вот так. Да, блин. Нелегко, сука. Давай, давай, голубчик, выходи, я слышу. Где-то на проходной... Ух ты, блин-то! Ну честно, ебукенти, по геймплею и по убийствам прямо видно, что да. Пушка нифига не фонтан. Да. Но даренному коню в жопу не смотрят. Солидарен, не смотрят. Это здесь. Смотрите, киберспортивное хождение в фаззуме. Не мешай, не мешай, Кэп. Ха-ха-ха-ха! Да! Натянуто, понял? Киберспортивно! Какой хитрый молодой человек. А, да, но думает самый хитрый, сука, оббегает. Опять за вагон, пацаны, чего так эти вагоны? Любите, оно того не стоит. Хэдшот случается в них, так? Да ну блин. Че, дыма не было что ли, ребят? Вот. Ты с этим пулеметом прям Рэмбо какой-то. Рэмбо. Ну, как бы здесь, да, на 20-х лигах, как бы, на каких там, 18-х, 19-х, здесь просто идеально, не спорю. Так, ага, да, давай, пукай. Смотри, какая девочка. Ага. Шарит. Да. Ну давай, ну блин. Чего такие хитрожопы, где там? А, все. Сколько веревочки не видится. Самое классное у этого пулемета это моральное давление. Да. Если зажать все патроны. Толку от этого, правда, не особо. Кого это? Ну бог что ли пугать? Опытный игрок, ему похрен. Жмешь ты с пулемета, не жмешь. Кого это интересует, в конце концов? Я думаю, всем до лампочки. Ага, молодец. Стив, красавчик, так. Во-во-во-во. Давай. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, глубоко и надежно. Давай, вот так сейчас, сука. Вот оно, моральное давление пошло. Дубль 2, деточка, да. Ну давай, блин, ну где же там, я знаю, ты где там сидишь. А, не там. Ну ладно, тоже не плохо. Короче, он ли ПВЕ пуха, да, куха? Ты знаешь, Кэпчик, не согласен я с тобой. Даже для ПВЕ пулемет себе такой. В общем, друзья, ну в принципе можно побегать с этим пулеметом на ПВЕ, но я думаю, что особого профита от этого не будет. Пулемет все-таки устаревший, с медленным зумом, с большим разбросом. И если и брать пулемет на ПВП, то какой-нибудь более качественный и современный. А это, как говорится, из разряда «даренному коню в жопу-то не смотрят».